Итак, модифицированная Т-поза в Blender. Давайте все это дело подраскрасим. Начнем с персонажа. Зайдем в UV Editor. Смотрим, что тут да как. Сделаем новую развертку. Окей. И сделаем UV Smart UV Project. Окей. Английская А выделяем вот так развернула персонажа. Заходим в Layout и заходим в Тулы. Теперь находим текстуру Paint. Вы видите, что текстура отсутствует, No Texture. Добавляем Base Color, жмем ОК. Теперь заходим в текстуры, нажимаем новую текстуру, подгружаем ту, которую нам надо. ОК. И заходим в Тулы. Мотаем до текстур и нажимаем на Stencil. Теперь правая кнопка мыши передвигаем. Персонажа можно уменьшить. И начинаем красить. Так, вот эти вот пока можно подключить, чтобы его видно было. И хорошо его закрашиваем. Не забываем никакие места, особенно пятки. И под мышками, и вот здесь вот под руками тоже. Грудину. Так, что тут еще забыто? Ну, вроде, а вот она еще одна часть. Во рту. Вот так вот. И сверху тоже вот эту часть. Не забываем. Так, смотрим со всех сторон. Опять же, рот в глубине. Вот здесь тоже его. И посматриваем полностью персонажа. Вот между ног. Чтобы все было закрашено. Так, пальцы смотрим. Вот. Тоже пальцы хорошо прокрашиваем. Смотрим еще, что тут снизу, что тут сбоку. Так, ну вроде перс покрашен. Заходим в шейдинги. И давайте подгрузим уже крашеную текстуру. Так, где она тут находится? Вот это. Так, вот еще забыто. И вот здесь забыто. Так, смотрим, что да как. UV Editor. Шейдинги. Все раскрашенная уже покраска. Заходим в Layout. Включаем рендер видимость. Следом переключаемся на... Так. Это кто у нас? Глаза. Вот они. Глаза. Так, глаза, наверное, будем в последнюю очередь делать. Сначала веки сделаем. Заходим в UV Editor.
Развертка тут уже есть. Так, смотрим, что да как. Сделаем новую. Вот такая штука лучше. Так. Теперь текстуры map. Добавляем base color. Окей. Заходим. Так, текстура еще установлена. И просто это все дело покрасим. Что-то тяжеловато идет. Добавим decimate. Уменьшим полигонаж. Заходим в шейдинги. Текстуру можно теперь отключить. Она больше не понадобится. И найдем глаза. Так, где они тут? Вот они, глаза. Layout. Так, низ не покрашен, печально. Вот за что я говорю, надо внимательно все это дело просматривать. Все, текстура теперь не нужна, точно. Закрываем. Открываем теперь волосы. Заходим в UV Editor, делаем новую, окей. И делаем Smart UV Project. Окей. Находим материалы и подгружаем Image Texture. Открываем папку. И находим ту текстуру, которую нужно подгрузить. Так. Закроем. Сделаем новую. Окей. И еще раз Smart UV. Шейдинги заходим, находим, где она тут находится.
Open. Вот это. Английская А. И делаем S. Смотрим, что тут у нас в Object Mode. Вот такая штукенция. Потому что не бесшовка. Так. Edit Mode. Делаем R. И делаем S. Как-то вот сюда где-то. Так, ну это шиздец какой-то. Edit Mode. Делаем R. И делаем S. Делаем рентген, единица на numpad, выделяем вот эту часть. Смотрим, как она вообще тут установлена. Ага. Edit Mode, делаем G. И делаем S. Кстати, верх нормально смотрится. Ну, что-то в таком духе слово. Так, Edit Mode. Кверху, значит, нужно ее переделать, перекрутить. Как-то вот так, наверное, оно. Так, попробуем черную текстуру поставить. Вот так вот. Ну, вот это более-менее смотрится.
Ну, уже получше вот так вот и оставим. Так, пусть будет черный волос. Теперь следом в layout находим усы, находим UV-эдитор, делаем Smart UV, английское А и S. Смотрим, что получается. Ну, в принципе, так накладывать. Давайте зайдем. Так, текстуры Map, текстуры Paint и Base Color. Нажмем и просто текстуры порисуем. Так, Open. Ну, вот эту текстурку возьмем. И вот так вот правой кнопкой мыши. Просто нарисуем усы. Так. Прибавим. И как вот здесь вот подровняем. Плоховатая вот эта текстура. Ну, ничего, пойдет. Так, текстуры, шейдинги. Находим, где эти усы. Или давайте, наверное, уже черную доделаем, усы черные. Так, текстура. Ну, вот что-то в таком духе. Так, теперь все это дело отключаем. Смотрим текстуры Map. Вот они усы. Английская А. UV Editor. Вот они находятся. Шейдинги. Так, тут вот усы. И сохраняем image. Так, save as. Выбираем шмотки, находим UV Editor. Здесь вот тут это все дело закроем. Нажимаем новое. Окей. И добавим, опять же, развертку Smart UV Project. Находим материалы, находим Image Texture. И находим какую-нибудь бесшовку. Так, где ты тут? Попробуем синюю вот эту. Смотрим. Object Mode.
Вот бешовка хорошо вроде легла, но вот живот тут еще мешается. Ничего, сейчас все это подкорректируем. Так. Edit mode. Английская А. И делаем S. Смотрим теперь Object Mode. О, пойдет. Для первого раза, конечно, вот стыковки вот эти нехорошо легли. И по животу здесь вот полоса не очень. Ну, а так-то ничего, нормально. Симпатюшно. Так. Это маленькие кубики, неинтересно. Ну, так пойдет. Так, смотрим, что да как. Все вроде прикольно. Теперь займемся глазами. Находим глаза, зубы, глаза. Находим тулы. Так, сначала сделаем опять же развертку. Новое, окей. И так. Edit mode. UV, Smart UV. Смотрим, английская А вроде нормально развернула. И подгружаем теперь layout. Находим так Edit Mode. Текстуры Paint. Находим Base Color. И нарисуем просто глаза. Опять же, текстуры. Open. И вот этот глаз. Вот этот. Так, правая кнопка мыши, персонажа приближаем. Эту можно чуть-чуть уменьшить. И вот так все это дело покрасим. Сохраняем глаза. Так, Save As, Desktop. И включаем видимость всех саптулов. Так. Ну, а теперь Layout. Так, еще зубы. Пардоньте. UV-Editor. Так, зубы.
Object mode. Опа, ну. Так. Итак, вот они зубы. Заходим в layout, находим текстуры paint. Ну, опять же, добавляем base color. Окей. Текстуру добавлять не будем, просто белым покрасим, да и все. Вот белый цвет. Object mode. Смотрим, что да как. Включаем видимость света, освещение. Находим эту солнцу. И ставим, ну, 4000. Выбираем свет. G. R. G. Вот так. Ну, ничего, прикольный такой гражданин.